Всем привет, добро пожаловать. Что, у меня завтрак, творог с яйцом, правда, что-то не очень на вид получился, когда переворачивала, сломался. Вот, без масла, без всего, творог и яйцо, и кусочек хлебушка с ветчиной. Сейчас пока остывает. Сегодня планы на повестке дня. Сейчас пойду на курсы, покушаю, пойду на курсы. Вот. И потом поеду на район опять встречаться со своей племяшечкой. Очень я по ней соскучилась. Вот, хотела на самом деле с ней погулять. Ну, погулять, поиграть. Вот, но смотрю, погода такая прям что-то прохладненько. Поэтому даже не знаю. Может быть, в торговый центр какой-то съездить. Ну, тоже не знаю. В общем, посмотрим. Может, чуть-чуть погуляю и чуть-чуть еще дома с ней поиграю. Скорее всего, так. Вот. А еще мне нужно зайти в Фикс Прайс. Потому что я забыла. Ну, раз я поеду, да, ну, соответственно, я зайду. Потому что там Фикс Прайс есть, здесь у нас на районе нету. Вот. Очень важную вещь забыла купить. Ну, раз я поеду, соответственно, я зайду. Вот. И, может быть, просто подольше погуляю там по Фикс Прайсу. Потому что, когда я по Фикс Прайсу. Потому что, когда я там была... ну, я так быстро-быстро, вот у меня было 20 минут, я взяла в основном все по списку, ну, там парочку новиночек взяла, вот, а так все в основном по списку взяла, может быть, чуть погуляю, еще, может быть, что-нибудь докуплю, вот, в общем, ладно, сажусь я кушать, всем, кто кушает, приятного аппетита. Я вернулась с курсов, теперь у меня обед, 100 грамм гречки, 150 куриного филе, нормальная порция, вкусно. И много. И на перекус у меня 150 грамм винограда. И к чему я это все? Я опять начинаю считать калории. Ну, на самом деле, завтра я не смогу считать калории, потому что мы уезжаем, ну, по делам там. Вот. Погулять и вообще по делам. Но я так подумала, зачем я буду начинать послезавтра, если я могу начать сегодня? То есть я решила не оттягивать этот момент, и я считаю калории. И к чему я это вам показываю, да, вот к этому. И то, что вечером я вам покажу в приложении, как я это делаю, что и с чем едят. Я еще, кстати, не знаю, сойдутся у меня белки, жиры и углеводы. Это, кстати, тоже важно. И калорийность, да, калорийность в день... Ой, у нас уже пробка, ничего себе началась. 1500 калорий в день. И плюс надо соблюдать белки, жиры, углеводы. Вот, это я вам показала. А вечером я вам, ну, покажу наглядно, как я это делаю, в каком приложении. Да, кому-то интересно, просто девочки меня спрашивают. Вот, а сейчас мне приятного аппетита. И кто кушает, тоже приятного аппетита. Так, у меня поменялись кардинально планы. В общем, на район я не еду. Значит, я не попаду в Фикс Прайс. Ну ладно, может быть, завтра, когда поедем там по делишкам, там, вроде как я помню, там были Фикс Прайсы, может быть, зайду. Вот, печалька из печалек. А сейчас, в общем-то, предложила, говорю, брату, приезжайте, говорю, ну, ко мне. Ну, так говорю, она, ну, племяшка у нас не была ни разу. Вот, я говорю, во-первых, погуляем здесь, как бы, но, ну, новое место все равно интересно, хотя они маленькие, они, наверное, все равно ничего не запоминают. Вот, я видела вот там у нас надпись «Шары», вот, вот именно вот там. Не будем показывать пальцем. Думаю, немножко холодно, холодно на улице, если честно, я вот смотрю сейчас. Я днем выходила, было солнышко, но сейчас смотрю, все в куртках. Вот, полчасика погуляем, сходим за шариком. И я говорю, и я что говорю-то, господи, уж вся сбилась. Говорю, брату, приезжайте ко мне, погуляем у нас, новое место. Говорю, зайдете к нам, она у нас не была, и с котиком поиграет. Главное, чтобы котик сейчас не спрятался, а то он как чужие люди приходят, он все, его потом не найдешь. Вот, и в общем-то что? В общем, жду их. Выехали, скоро приедут. Фикс Прайс не попаду. Печаль. Печаль, на самом деле, печаль. Я это поняла, на самом деле, я брату написала еще, наверное, часа два назад, вот. Говорю, приезжайте, он куда, приедем? А до меня вот только минут пять назад дошло, что я в Фикс Прайс не попаду. Вот, а еще у меня нету покушать ничего для детей. У меня вчера оставалась гречка, да, ну, яйца. Гречка и вот, ну, курицу такую и не дам, наверное, ребенку.
Вот, надо будет что-то ей еще покушать купить. Вот. В общем, жду свою племяшку в гости. Так, мы пришли выбирать шарик. Уже гуляем. Какой этот? А большой ты не хочешь большой? Ксюш, посмотри наверх. Смотри, наверху большие шарики. Не хочешь? А может, ты хочешь? Или ты выбрал? Нет? Убери, да. Они какие-то уже подздутые. Особенно вот этот. Он сдуется сейчас. Купили шарик на ровно, наверное, минуту. И с тех пор я его несу. Мы уже погуляли, наверное, полчасика. И самокат тоже. Примерно 5 минут. А мы вот. Помаши ручкой. Или ты держишься? А, и машешь, и держишься. Идем домой кошечку гладить, да? Да. Мы дома. А Тимоша? Мы приехали. Приехал в гости, да? Да, в гости. А он не выходит, скажи, боится. Боится. Да. Да, ну подходи. Кот, смотри на себя, смотри на себя. На себя смотри, смотри на себя. Помаши ручкой. Скажи всем привет. Привет. Все, он убежал. Убежал. Знаешь, где он, Ксюша? Ксюша. А, ну в туалете, я не буду в туалет показывать. Нет, телефон не надо, Ксюш. Ты поставь его на зарядку телефона. Да, на зарядку надо ставить. Пойдем на зарядку поставим телефон, Ксюш. На зарядку. Вот, вот, вот. Вот шнур. Шнур. На. Ты умеешь? Да. Давай. Mm-mm. Не выключается? Нет. Потому что надо сверху кнопочку нажать. Сверху кнопочка. Вот эта кнопочка. Вот, теперь ставь на зарядку. Сильней. Все, положи на стол. Все, молодец. Возьми с полки огурец. Сейчас я сделаю сама. Тимоша! Тимош! Ну мы пришли к тебе в гости. Вон сейчас там выйдет. Вот. Ну куда ты? Побежал. Куда? Ты куда, скажи, побежал? Да. Ну-ка иди сюда, скажи. Ну все. Все, он под ванной. Да. А вот это грязный. Ну-ка еще раз. Еще раз помой его. У нас тут, видите, кулинарный верец. Это вечер верец. Все, клади. Достанешь закрыть? Вот так вот, молодец. У нас тут вот яишенку мы делаем. Девочки, яйца меня преследуют. Видите, сама помешала. Все, это не трогай, это мы сейчас выбросим в урну. Все, слази. Слази. Все. Все, сейчас теперь нам осталось дождаться. Папик, все, папик. Я. Все, ты, это ты сделала, молодец, молодец. Хозяйственная, да? Yeah. Фарчик снимай, правильно, молодец. У нас тут повар, который приготовил еду. Ну, давай, давай. Ксения, яичница с огурцами. Как вы заказывали? Приятного всем аппетита, скажи. Аппетит. Вот какая молодец. Все, кушай. Муж пришел, и этот вышел. Все, не боится, а то гонялся. Кушай, кушай, сиди, кушай. Так, наша. Наша уже. Собственно, у меня от обеда не отличается. И по огурчику. Да. Да? Ты же сказала, не будешь. Мы еще манго взяли. Ксюш, на, на, на. 125 рублей. Ну, нормально. Так, да бери в ручку-то. Она очищенная, нет? Ну, вот так ее раскрывать надо. Ну, сейчас. Надо... Что мы делаем? Где он?
Где? Ну, ты камеру-то не закрывай руками. Где он? Смотри. Не видно. Вон, моська его. Мой. Спрятался под ванной, а мы хотим гладить его, да? Да. Да. И сейчас он будет, во-первых, весь грязный. Не нажимай. А, все. Так, девочки, надеюсь, отсвечивать не будет или будет? Будет отсвечивать. Но если только вот так. Но это для того, для тех, кому интересно. Программа называется Fat Secret. Fat Secret. Вот так она выглядит, замочек. Что я, значит, здесь сделала? Блин, ну не видно, я не умею с телефона запись делать. На самом деле не видно ничего. Хотела показать, но я правда не умею с телефона запись. Ну вот, видите, завтрак. 495. Смотрим, что у меня там было. Творог, вареное яйцо, хлеб, ветчина, я его даже с камеры смотрю, да, и молоко, это кофе я пила. Так, обед, ну, как бы тоже видели, вот, обед, там у меня была куриная грудка, соответственно, я посчитала майонез и, соответственно, посчитала сыр. Вот, потому что там сверху было, но чуть-чуть, тут прям я по 10 грамм поставила, там, но не больше. Видно, нет? Ну, что-то видно. Вот. Дальше. Так, ну на ужин тоже видели, что у меня было. Я, собственно, тоже все записала, тоже записала майонез. Тут вообще по 5 грамм, потому что один кусочек был, там майонез, то у меня, знаете, я вот так пик-пик-пик, прям 3 пикалки, ну мало, в общем. Вот, я не обманываю себя, майонез записала, сыр тоже записала. И перекус, у меня виноград был, да, и вот этот вот йогурт забыла отдать, не выпила, Ксюша. Собственно, выпью вот этот вот йогурт еще сейчас, как раз время 9, я быстро его выпью и все. Вот, и я потом научусь с телефона это все, ну, как бы видео сделать. И потом поподробнее покажу. Но примерно понимаете, смотрите, вот, допустим, перекус, нажимаем плюсик. Вот здесь вот в поиске вводим, допустим, сыр. У меня тут даже свои рецепты есть, вот видите, первый от Лизы. Ну, я не знаю, будет видно, нет? Ну, в общем, вот тут вот ищете. Потом, допустим, вот сыр российский, сохранить. Заходите в этот сыр. Вы же не 100 грамм съели, да, там, а пишете, сколько грамм, так, а тут вообще порция была 10 грамм. Но мы убираем. Ну, в общем, вот, допустим, банан. Вот 210 грамм здесь. Вот я написала. Так, и по итогу у меня меньше, чем 1,5 получилось, 1344, но больше я ничего не буду, в принципе, я сыта. Вот у меня должно быть получиться белок, жиры, углеводы, 150 калорий, но я здесь... Белок хорошо, смотрите, как хорошо, 116, это очень хорошо, поэтому я и сыта. Жиры 5 не добрала, 50 у меня должно быть. И углеводы 119, а у меня 150, вообще отлично сегодня, день у меня был отличный. Хорошо, что белок даже чуть-чуть больше, углеводов прям, на сколько получается, на 30 меньше. Жиры вот прям отлично, отличный день, я считаю. Вот, видно? Так вот, ну... Если кому-то интересно, останавливайте, смотрите. В общем, примерно вот так вот. Я потом научусь, я уже сказала, может быть, вам поподробнее покажу. Все, я худею. Вот. А мне сейчас кажется, я мою голову каждый день. Или мне кажется? Нет, не каждый день. Просто вы, наверное, видите меня, что я каждый день мою голову. Вот. В общем, сходила уже в душек, всех отправила, отпустила. Все хорошо. Хорошо, что Ксюша хорошо кушает. Это вот такой плюс. Я помню, я вот у своей сестры, у Веры, которая живет в Америке, ее детей, особенно старшую, прям заставляла есть. Она вообще ничего не ела, прям от до истерики, вот я помню. Просто вот, даже вот говорю, ну ты хотя бы половинку съешь, положишь там, знаете, капелюсечку какую-то, там ложку одну. Я говорю, ты хоть половинку съешь, половинку. Нет, истерики. Закатывала вообще, не хотела есть. Вот. Все, на этом буду заканчивать видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Всем пока-пока и хорошего настроения.